Да воскреснет Бог и расточется в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Мы находимся в Каяус-Альмахе, в православном приходе Сретения Господня. Сегодня здесь впервые на Тенерифе проходит пасхальная утренняя литургия в честь светлого праздника Пасхи.
сложим лист подобий, чистым сердцем тебе. Слава Святей, Единосущней, и Животворящей нераздельной Троице, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Да воскреснет Бог и расточется в рази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Несущего гробе живо даровал, Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущего гробе живо даровал. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим о гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. А куда погибнут грешницы от лица Божия праведницы? Да возвеселятся. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущим во гробе живо даровал. Сей день Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вон. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровал. Господи,
Воскреснего, як уже и первого, упокоєвая единальности час пришедшего, як уже делавшего от первого часа, и последнего милует, и первому угождает, и облуду дает, и всему дарствует, и дела покерным, и намерение целует, и деяния почитает, и предложение хвалит. Тем же Бога дни и тихси в радость Господа своего, и верьте, и вторые, вступы имите, богатые и упозднее, друг по другу ликуйте. Воздержимся и ленивые, не спочтите, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь днесь, трапеза исполнена насладившихся Телец упитанный, никто же да не зыдет молчим. Все насладитесь мира веры. Средняя доля, огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо упруган бысь, огорчися, ибо уметнися, огорчися, ибо не сложися, огорчися, ибо связася. Прият тело и Богу прираснися, прият землю, Среди небо, приятное жилище, и в поне, поежели видишь. Воскресе Христос, и радуется ангелы. Воскресе Христос, и жительствует. Воскресе Христос, и мир великий и мокрови. Христос, восстал в небе, начал усопшим быть. Тому слава и держава, во веки. И на наши собственные грехи и падения, несмотря на
Спасение это совершается в церкви. Проникнемся в сознание того, что мы с вами на борту этого спасительного корабля, и чтоб эту пасхальную ночь мы вместе с воскресшим Христом прославляем и торжествуем наше собственное освобождение от греха и победы над смертью. С праздником вследствие вас, дорогие мои, пусть радость в воскресшем Господе и свет истинной веры всегда пребывает со всеми вами. Христос воскрес! Епископ Корсунский, город Париж, Пасха Христова 2012 года.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, the same was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made but has been made. In Him was life, and the life was the light of man, and the light shineth in the darkness, and the darkness apprehended it not. The gamma came a man sent from God, whose name was John. The same came from witness, that he might bear witness of the light, and all might believe through him. Благодать Господь.
сидящих и молящихся, всех плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, принят, вас и всех православных христиан, да поменяет Господь Бог и Царствие Свое, всегда ныне Христос и во веки веков.
Thank you.
Господу всей Руси, Господина нашего, Преосвященнейшего Нестора, и епископа Корзуна с тобой же, даром святым церковь, и церковь, честно, здраво, благовествующий, правоправящий, слово Твое, я истинный. Господи, помилуй. Помилуй всех, священники, святаря, Господу, помолимся. Господи, помилуй.
занят для нас приобщение к единой евхаристической чаше. Да укрепит нас благодать Святого Духа, даруя нашим душам жертвенный мир, стойкость веры, преуспевание в добродетели. Приобщаясь тело и крови Христовой, мы по слову Священного Писания становимся причастниками Божественного естества. Воистину Христос воскрес. Аминь. Пасха Христова, 2012 год. Патриарх Московский, Московский Исия Руси Кирилл. Христос воскрес. Смерть и
страшно брашно мясом святия, як уже святил Сиона. И Боже тебе приведи верный Авраам и Иакса, и Боже тебе Авель во всеплодие принесе, подобнее тельца у Петра Мого, и Боже жреть и повеленность истины твоему заблудшему, и паки тебе возвращемуся, да як уже той сподобится твоя благость и насладитеся, сити у священных у тебе, и благословенных насладимся в пищу всем нам, ты бо еси истинная пища, и подати благи тебе славу ссылай, с обезначальным твоим отцем, с пресвятыми благими, с трящим твоим духом, ныне и присно и веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, а ты, Господи Боже, нас же зверждителю и содетелю всех благостей, легово всевшие, с ним же и яйца, и нас соблюди во благости твои, якуда очищающийся их, твоих независимо подательных даров исполнится и незлоумная твоя благость, яко твоя держава, твои царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и веки веков. Аминь. Прославляется и освящается от нас и вас, Пицца.